Эти аплодисменты – реакция аудитории на слова Дмитрия Морозова. Стоя за кафедрой, председатель Народного штаба поддержки Владимира Путина говорил о предвыборной обстановке и в целом о ситуации в стране. Все в чем проблема в нашей стране? В том, что накопилось очень много неправды. Причем она копилась десятилетиями. Мы привыкли к неправде, мы врем друг другу. Так народ наш очень талантливый, очень инициативный. И я вот благодарю Богу, что вот эта работа меня закинула в районы области, где вот я лично увидел настоящую жизнь, настоящих инициативных людей, которым только мешать не нужно, и они горы свернут. Послушать лекцию председателя штаба пришли руководители промышленных предприятий, учебных заведений и организаций здравоохранения Ленинского района. Поблагодарить за те слова, которые во многом отражали и мою точку зрения. Я очень рада, что она у нас с вами сходится. Я уверен, что большинство людей, примут правильное решение и, подумав, даже если и были другие настроения, подумав и логически взвесив все, что сегодня происходит, выборные кампании отдадут свои голоса за Владимира Владимировича. В конце конференции Дмитрий Морозов дал собравшимся задание на дом – подумать над его словами и своей гражданской позицией. Александр Сидоровнин, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.